десятку самых лучших региональных коллективов в стране. Это связано в первую очередь с тем, что мы имеем очень развернутое штатное расписание. Ведь в советское время, что было? В советское время существовали различные категории оркестров. Были вне категории симфонические оркестры, носившие звание академический. Их количественный состав предполагал от 100 человек и больше. Были коллективы первой категории, второй, третий там, и так далее. Но вот наш симфонический оркестр, он был вне категории академический симфонический оркестр. Но когда наступила вот перестройка, когда наступили вот эти тяжелые времена, каждый коллектив, он сам начал решать, какой количественный состав он способен содержать. И надо сказать, что многие регионы пошли по пути сокращения расходов и пошли по пути сокращения музыкантов симфонических оркестров. И я очень рад, что нам удалось, вернее, не нам, а тем людям, которые в то время работали, ну и позже, удалось сохранить количество штатных единиц, и вот сейчас наш оркестр, действительно, по своему составу, он приближается к 100 единицам, к 100 артистам, и таких коллективов не очень много в нашей стране. Я не говорю уже о том, какие музыканты и какие музыканты какого уровня работают в нашем симфоническом оркестре, потому что благодаря и той политике, которую проводит Лидия Геннадьевна, благодаря, безусловно, поддержке губернатора, последние два года были существенно поднята планка по заработной плате, и удалось привлечь просто замечательных молодых музыкантов.